Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды! Ребята, всем привет! У нас сегодня крутейшее платиновое испытание Клан Фуд! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Да, дорогие друзья, нас ждут 3 эпизода, и давайте посмотрим, за кого мы сможем сегодня поиграть. О, наши любимые черепашки-ниндзя, ребята, это же мега круто, и вы все видите, что они у нас 100 уровня на максимальной прокачке. А если вы хотите таких же, ребят, вам стоит написать нашему подписчику, ссылочка на него в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам поможет прокачать аккаунт до максимума, поднять 100 уровень, любую колоду из магазина дать, потом баксы, мутаген, любого персонажа. Ребят, короче, хотите круто играть в черепашки, пишите нашему подписчику. Мы рекомендуем, человек хороший, проверенный, все делает круто, качественно. Так что обращайтесь и наслаждайтесь игрой. Ну что ж, а мы начинаем. У нас Лео Космос, Раф и Донни Фильм. Да. Именно такой состав. Мы поехали против кланфутовцев, точнее, полетели на истребители. Воу, разнос полнейший. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и, конечно же, обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Да, ребятки, поддержите команду Детол, а мы сейчас как разнесем всех. Гидрант открываем. Ну, слушай, не всех разложили, кстати говоря. Ну, так и противники 70 уровня. Ребят, противники здесь мощные, у нас 3 волны. Мы должны затащить на максимум. И вы, конечно, поддержите команду Детол лайкусиком. Обязательно, ребят. И давайте соберем 1000 лайков на этом видео. Да, дорогие друзья, ставьте лайки, покажем, насколько вы любите черепашек-ниндзя. Оу, да-да-да, именно так. Давайте пса завалим и пойдем дальше. Отлично, и у нас 3-я волна. И кто у нас здесь будет? Ты смотри, у нас здесь и Рокстеди, и наш тигр любимый, и Саблезубы, и Бибов, и все здесь, и все, даже Муха Цокотуха с нами. Люк ему в голову, вот так вот, и, конечно, распылим ядовитый газ. Опа-на, Бакстер Стокман Флай улетел, он же Флай у нас. И пусть улетел. Полетает немножко. Да, и мы, конечно же, дамажим всех с одного раза, потому что они уже дохленькие совсем. Совсем, совсем дохленькие, им осталось совсем немножечко. Ба-ба-ба-бах! И нету с нашего саблезубчика. И вот Рок, кстати, получает последний дамаг от нашего Донни Фильм, ребята. Мы побеждаем и идем дальше. Ребят, кстати говоря, если вы хотите, чтобы мы сыграли за ваш составчик, вы напишите в столбик 3 персонажа в комментарии, и вы сможете попасть в наше видео. Ваш состав может вот прямо-таки попасть в руки команде Детол. Да, и мы за него поиграем, но, к сожалению, пока что нет испытаний, где можно использовать всех персонажей из игры. Да, ребят, ограниченное у нас количество персонажей в каждом испытании, поэтому стараемся, ребят, стараемся для вас и выбираем на самых лучших. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Итак, смотрите, у нас маузерочки и 1 кланфутовец. Я думаю, по одному их сейчас разложим сначала. Да, очень слабенькие ребята, и, конечно же, мы их разносим. Хотя они уже 80 уровня, золотые ребята. Золотые, золото, золотые. А, смотрите, а там скоро это будет платиновый, между прочим. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Обязательно, ребята, обязательно. Платиновые ребята, кланфутовцы. Ой-ой-ой-ой-ой, будет мощно. И здесь у нас Биба, Рокстеди, Острозубчик, Саблезубчик и, конечно же, Рокзор даже втесался в эту компанию. Да, мы для них приготовили бабушкин холодильник, неплохо так. И, не знаю, может еще вторую массовую атаку, а давай. Пусть будет метеориты им в голову. Донни призывает огромный метеор. Бабах! И никого нет. О, пес остался. Ах ты пес, а живучий. Одна лапа большая, другая маленькая. Но какой-то мутаген как-то странно на него подействовал. Очень странно. А здесь у нас уже, ребята, встречается редкий вид. Шреддер обычный. Да, вот он, негодяй такой. Ну что ж, мы его быстро вынесем, он первый будет у нас. Да. Расквитались с ним. Хелсиков-то у него немного, ребят, дохленький немножко он. Но он же у нас первый, получился вот таким вот. Так, ну что же, Карай у нас еще. И Карай достанется баскетбольный мячик. Лови пас, подруга. Ой-ой-ой, мощная атака. Постепенно урон ее добивает. И Крис Брэдфорд бьет со всей силы ногой. И промахивается. А что же сделать Бакстер Стокман? Конечно, маузерочков запустит. И, кстати говоря, отнимет нам хелсов. Неплохо так, на самом деле, он это сделал. А мы используем мощную атаку лазера. Лазер-бластер заряжай, то не давай.
Бабах! И чуть-чуть осталось Крису Брэдфорду. Так, ну что же, Крис тоже ложится. И давайте Бакстера. Бакстера все-таки нужно добить. Бакстера добиваем тоже, ребята. Вот-вот-вот, Рафи. Надо было какую-то мощную атаку использовать. Нет его Бакстера. О, отлично, ребята. Пройдено. И это тоже у нас мощная битва. Мы отправляемся в самую мощную, ребят. Платиновые персонажи. Платиновые. Куча волн. И, конечно же, будет Шреддер тут у нас. Как же без него? Так, я предлагаю вот такой состав взять. Два Маки и два Рафа, например. Вот так вот. Пусть они попробуют вчетвером справиться с тремя волнами. Интересно, смогут ли они, ребята? Напишите в комментариях. А мы отправляемся в бой. И используем массовую атаку от Рафа сразу же. Черепушечка летит и всем очень неплохо наносит дамаг. Так, ну что же, наверное, по одному здесь все-таки их добьем. И у них немножко жизни осталось. Хотя у нас массовых атак завались. Ой, как много массовых атак, ребята. Но опять же, массовых атак много не бывает. Всегда-то и должна пригодиться все время эта массовая атака. Ее иногда прям совсем чуточку не хватает. Да, прям не хватает, знаете, капелюшечку нанести им урон и потом добить. Да, именно так. Ну что, давайте добиваем вот этого кланфутовца. Чуть-чуть ему осталось. Давай, Майки, хорош. И мы отправляемся... Выстрел прямо в голову. На вторую волну, ребят, у нас здесь Бакстер Стокман. Опять пес и Крис Брэдса, Терракзар и Саблезуб. Очень мощные ребята, все 90 уровня. И здесь нам вот массовая атака очень нужна. Конечно, мы используем Крис Брэдфордскую атаку от Майки. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Вот такой вот у нас пинок ногой, но нога не срабатывает и бластер идет в ход. Так, и все-таки нужно добить Криса Брэдфорда, потому что... Мощный. Ну, что ему делать здесь? Мощный друг, ребята. А теперь пакетики, мешочки с золотишком у нас летят от Робин Гуда. И немножечко как-то слабовато всем нанесли дамаг. Рокзар Агрид. Воет на луну. И Саблезуб у нас летит своими пятками размахивая. Ну что ж, долетается он когда-нибудь у нас, а? Ой, долетается. Ой, рыбам не суждено летать, им только плавать можно. Конечно, так что мы его отправим в подводный мир. Атаку нам понизили, ты смотри, какие-то бравые ребята, определенно. Да, еще и сагрился наш... Подожди, надо как-то более точно все это сделать. Ты смотри, у нас хелсов мало в майке. Думаешь, мы не справимся? Можем потерять, нам надо без потерь. Давайте будем стараться как-то без потери. Один. Но у нас Вантус есть еще, хотя у нас атака понижена, вот в чем проблема. Да, ребята, но Саблезуб у нас долетался все-таки. Долетался, ну что же, мощная атака из бластера. Мощная и точная ли? Давай посмотрим. Надеюсь. Да, минус агромен. Ну и двадцаточку мы приготовили для Бакстера Стокмана. Да. Оу, не добиваем, ребята, не добиваем. И еще одна мощная атака. Итак, разгоны прямо к нему. Вот. Отлично, ребята, отлично. Третья волна у нас на подходе. Идем в бой. И здесь, конечно же, очень мощный состав. Биба Прокстеди, Тигра, Бакстер, Муха, Стокман, Флай и, конечно же, Шреддер, ребята. Шреддер и все платиновые. Слушай, я, кстати говоря, немножко не подрасчитал. Я думал, это уже была третья волна, ага. Еще удивился. А где Шреддер-то, а? Вот так вот, а Шреддер-то вот он. Да, вон вот он, вот он. Вот он наш Шреддер. И массовую атаку используем, конечно же. Шреддер, надеюсь, добьет. Вот, да. Добили, но вот Бакстер Сток он может подлечить, ребята. Может подлечить, смотри, у нас у нашего Майки нету ни одной атаки, кроме обычной. Да, к сожалению, нету, но, слушай, в принципе, неплохо все идет. Тем более мы атакуем, что самое главное. Да, скорость у нас отличная, ребята. Осталось только два персонажа. И вот сейчас Тигр нам покажет мощный удар. Смотри, у Майки нету хелсов практически. Так, я предлагаю так, активировать способность, чтобы он помогал нашим друзьям. Обязательно так нужно сделать. Смотри, да ладно, выжил Майки, друг, ты живучий у нас, счастливчик. Майки очень живучий, очень хорош и силен. Ну что же, слушай, у него скоро массовая атака с игре восстановится из мешочков. Ну вот, доживет ли он до этого момента, давай не посмотрим. Не знаю, это вопрос большой, а следующий нас атакует, все-таки, наверное, мы сейчас используем его друга черепашку. Так, давай маленькую черепашку, огненный столб огня, да, поехали. Поджарь его. Да, нету тигра, ребята. Тигра у нас спекся. Ну что ж, остался самый толстокожий игрок, противник. Это Рокстеди из мультика, и ему не сдобровать 100%. 2300 наносим, ребята. Еще 2700.
И мы еще такой, представляешь, и это победа, по всей видимости, нет? Вот так вот, ребята, платиновое испытание, всех одолели, никого не потеряли, мы красавчики и молодцы. А вы не забывайте ставить лайки, ребят, подписываться на канал, делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. А с вами была команда Detol, до новых встреч, новых видео, пока! Пока, ребята!